Не только домашние коты проявляют в марте особенную активность. В Приморской тайге у тигра выдалось весьма продуктивное утро, сообщает Сихотэ-Алинский заповедник. Полосатый успел пообниматься с меточным деревом, почитать тигриную почту, оставить свои сообщения, полежать и умыться. Все это он сделал медленно и лениво, как истинный кот. Мартовское поведение хищника удалось заснять с помощью фотоловушки.